Хочешь выгодно купить новостройку в Тюмени без агентской комиссии? Планируешь переезд? Ищешь квартиру в Тюмени? В нашей базе тысячи квартир в новостройках Тюмени. Добрый день, меня зовут Екатерина, единый центр продаж новостроек города Тюмени. Если вы задумались покупать квартиру в новостройках Тюмени, то это видео специально для вас. В Тюмени более 70 жилых комплексов. Давайте разбираться, что на данный момент есть интересного в нашем городе. Звездный городок. Район Мыс, закрытая территория и школа во дворе. Жилой комплекс Акватория, район лесобазы, рядом с рекой. Жилой комплекс Интеллект-квартал, третья очередь, находится в Тюменской Слободе. А вот так он будет выглядеть по итогу. Посмотрите фасады из кирпича ручной формовки. Мы проводим бесплатные экскурсии по новостройкам Тюмени. Мы провезем вас по всем новостройкам и поможем сэкономить ваше время. Подберем ту квартиру, которая полностью отвечает вашим потребностям. Наши услуги бесплатны, мы работаем без комиссии. Лес, природа, Скандия Комарова, район Тюменская Слобода. Снова лес, природа, Гранд-квартал, Комарова парк, нулевой цикл. Европейский берег, микрорайон рядом с будущей набережной. А еще здесь есть пешеходный бульвар. А еще есть дефицитное жилье. Это дома в кирпичном исполнении. За моей спиной ЖК «Ария». Жилой комплекс «Дебют», район Матмасы, закрытая территория. Малоэтажный жилой комплекс в кирпичном исполнении ЖК «Верно» в районе Гилевской рощи. Сейчас здесь нулевой цикл. Малоэтажный жилой комплекс в районе Гилевской рощи «Окленд». Будет 4 этажа, как видите, 2 уже построено. Коротко о нас. Мы занимаемся продажей квартир в новостройках Тюмени уже более 10 лет. Мы знаем все о застройщиках Тюмени. Кто сдает вовремя, кто сдает не вовремя. Кто строит качественно, а кто не очень. Мы знаем, где купить квартиру для собственного проживания, а где для инвестирования. Если вы из другого города, мы вас встретим по приезду в Тюмень. Все покажем и расскажем. Также у нас есть дистанционное оформление ипотеки и дистанционная покупка. Поэтому, если вам нужна качественная подборка квартир в новостройках Тюмени, наш телефон 55 55 15, код города Тюмени 34 52. А если вы хотите ознакомиться с планировками и жилыми комплексами самостоятельно, переходите на наш сайт tumen.rf. Там есть все. И, кстати, там же есть форма заявки, которую вы заполняете, и мы вам перезваниваем. Вы видите поле, а я вижу в перспективе большой мультиформатный жилой комплекс, который называется «Совушки». Он состоит из малоэтажных домов, которым квартиры с ремонтом. Также есть таунхаусы и ИЖС. Дома с ремонтом и в черновой отделке. Будет свой собственный детский сад, парк и рынок. А это заречная часть города, долгострой. Тут мы вам брать квартиру категорически не рекомендуем. Европейский квартал. И это только подъезд. А у вас подъезд такой же? Первая линия гавань, первая линия пляж, район Мыса рядом с рекой. Большинство наших сотрудников в прошлом работали в строительных компаниях и знают тонкости стройки изнутри. Урбан-виллы в Европейском, малоэтажные дома с современными планировками и закрытой территорией. А это еще один долгострой в восточном районе города Тюмени. Зеленые аллеи. Это жилой комплекс, состоящий только из таунхаусов. Есть таунхаусы без земельных участков, а есть с земельными участками. И, кстати, это не единственное место в Тюмени, где есть таунхаус. Краснолесье. Комплекс в районе Дома обороны. Жилой комплекс «Мозаика парк» находится в районе Учхоза. Колумб. Жилой комплекс в районе Московского тракта. А это еще один долгострой, но уже в центре города. Мы вам такое жилье не предлагаем. 3 жилых комплекса в районе Московского тракта. Андерсон парк, Урбан Виллы Хаус Клаб и Форма жизни. Сейчас в Форме жизни только нулевой цикл. Вам нужен подземный паркинг? Мы знаем, где они есть. Это далеко не все жилые комплексы, которые есть на рынке новостроек Тюмени. Я вам больше скажу, это даже не 50%. Но при выборе новостройки очень важно выбрать еще и квартиру. А они бывают вот такие. Двухуровневые, вот с такой лестницей и со вторым светом. И вот таким панорамным остеклением. А есть жилые комплексы, в которых есть квартиры на первых этажах с террасами, вот с таким зеленым ограждением. Есть жилые комплексы с современным озеленением и благоустройством дворовой территории, а есть с совдеповским. Выбирать вам. Наш телефон 55 55 15, код города Тюмени 34 52. В описании этого видео есть ссылка на анкету. Заполняйте ее, и мы вам обязательно перезвоним. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся на показах.